Здравствуйте, с вами канал у Павла, вот, и с вами я, Павел. Вот, пришла посылка новая, вот, давайте ее раскроем, посмотрим, что там. Вот она, посылка. Вот. Это у нас collection book, то есть, по идее, это должен быть альбом для монет. Я коллекционирую монеты, вот. Давайте посмотрим. Вот такой вот миниатюрный пришел. Вот. Почему я заказал из Китая? Ну, как бы у нас они очень дорогие. Вот. Китай довольно дешевый. Вот, решил попробовать, как он будет выглядеть. Вот, что с ним, как. Может быть, в дальнейшем буду заказывать оттуда. В общем, смотрим. Он довольно-таки тонкий. Вот, зеленого цвета, маленький, с ладошку, даже меньше ладошки, вот, с какими-то иероглифами, вот, ну, видим, да, то, что, вот, так, в принципе, альбом для монет, значит, тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять листов, вот, десять листов по 12 монет, вот, ну, по 12 ячеек. А тут видно, что ячейки закрываются, то есть монетка не будет выпадать. Вот. В принципе, качество довольно-таки нормальное, ну, как и обычный альбом, если покупать. Вот, в обычном магазине ничем не отличается. Вот. По запаху тоже не воняет особо. Вот, ну, давайте посмотрим, как там. Вот я пару монеток взял. Как он будет укладываться. Ну, вот юбилейные десятки. Большие, которые биметаллические, в принципе, залазят. Ну, туговато. Вот, то есть впритык, да, больше уже монетка не будет. А вот именно биметаллическая десятка, в принципе, сюда влазит. То есть, поэтому получается, если 10 по 12, будет 120, да, ячеек, 120 ячеек, в принципе, все биметаллические десятки сюда влазят, да, какие существуют сейчас. То есть, полная коллекция, в принципе, сюда влезет. Ну, вот. Цена, говорю, недорогой, совершенно недорогой, но маленький. Я почему-то думал, что он будет больше, но, в принципе, такой тоже замечательно. Вот. Так что, если понравилось, приобретайте, рекомендую. Очень полезная штука для коллекционера будет. Ну, все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если будет интересно. Вот. Все, всего доброго, всем удачи, пока-пока.